Грандиозный проект «Театральная революция», который проходил с 23 по 29 октября на сцене Небольшого театра, был посвящен столетию Великой Российской революции и 95-летию образования СССР. Его участниками стали непрофессиональные театральные студии Ульяновской области. На фестивале «Лаборатории» они представили спектакли, основанные на истории России и произведениях искусства 20 века. 29 октября в новом здании Госархива Ульяновской области прошла встреча губернатора Сергея Морозова с организаторами и участниками фестиваля. Давайте смотреть в будущее. И в будущем без вас мы не обойдемся. Я очень хочу, так же, как и Владимир Владимирович Путин, надеюсь, вы к нему относитесь очень уважительно, сделать так, чтобы Россия была мощной страной. Экономически мощные, политически мощные. Ну и уж, конечно, чтобы каждый из вас сказали, потому что я могу съездить за границу, выучить какие-то предметы, но жить буду в стране под названием России. Глава региона поблагодарил организаторов фестиваля и его участников за проведение уникального мероприятия. В свою очередь, директор театра юного зрителя Эдуард Терехов рассказал участникам об уникальных проектах театра и планах на будущее. И за 4 года нам удалось сформировать вот эту вот замечательную команду. Началось это все в 2014 году с Шекспировского марафона, когда было там порядка 300 участников. Потом был замечательный проект «Белорусский вокзал», в котором это один из самых массовых проектов был. Потом был «Карамзинский марафон». И вот в нынешнем году это вот фестиваль «Лаборатория», посвященный столетию революции. Речь зашла о будущем этого уникального проекта. Сергей Морозов поинтересовался у ребят, чего они хотят, и сделал всем присутствующим театральным коллективам социальный заказ о подготовке к следующему фестивалю, посвященному столетию со дня рождения комсомола. Эта дата будет отмечаться в 2018 году. После этого состоялось награждение победителей фестиваля «Лаборатории». Лучшим спектаклем фестиваля стал «Мандат» Николая Эрдмана в постановке психологического театра «Гармония» Ульяновского колледжа искусств, культуры и социальных технологий. И мы, в общем-то, не шли за каким-то результатом, за первым местом именно. Это очень приятно, конечно, но не это главная задача была. Главная задача – это все-таки мастер-классы, то есть научиться чему-то новому, попробовать себя на профессиональной сцене. Награды получили образцовый детский коллектив театра «Триен» из Крестово-Городищенской средней школы, народный коллектив театральной студии «Театр и дети» Кузоватовской ДШИ, студенческий театр УлГТУ и театральный коллектив «Юные лицедеи» детской школы искусств имени Варламова. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.